Сладкий сок, сладкий попкорн. Да. А мне нравится. Ну и лопай. Я хочу снять туалет. Он такой полуманячное помещение. Входишь, значит, вниз. И тишина здесь. И вот для мальчиков для девочек. И тишина. В принципе, более-менее чистенько. Моя новая кофточка, кстати, с такими крылышками. Плохо ее видно. Так, здесь зачем-то бойлер, что ли? Угу. Ну, вонять воняет, конечно, здесь. В общем, убивать будут, ни черта не слышно будет. Такая тишина. И маньяки. Бум-бум-бум. Вот так вот. Кинопроектор первый. Один из первых, наверное. Вот так он выглядит. Там даже пленочка показана, как заправить. Рина, как всегда, ест. Там есть такая шайтан-машина. Она делает сладкий попкорн. Мы сладкий, правда, не любим, но на выбор там нету. Че ты? Я уже полюбил его. Немножко полюбил. Вкусный. Хорошо. Вот такой скромненький кинотеатр. Наверное, никого больше не будет. Все гуляют сегодня. Нам в розовый зал потом. Пойдем шайтан-машину покажем. Такая машинка с попкорном. Значит, берешь 100 рублей. Страшные звуки. Отсюда вышел. Стаканчик. Мы с ним справимся. Теперь ждем. Началось. Ну, единственное, что он только сладкий у них. Ну, сколько грустки.
совсем не видно. Поэтому у тебя и получается не пойми какой звук. Что-то плоховатенько у нас работает. Много обычно. Ну, нормально. Вот она. Ну, кино мы посмотрели. Как она называлась? Мия и Белый лев? Да. Да. На улице у нас дубак. Похолодало намного. Мы сейчас на остановочке. Пытаемся что-нибудь поймать, пока ничего не едет. Ты не мерзнешь? Нет. Мне хорошо. Да. Теперь едем домой.